Добрый день. Предлагаю вашему вниманию помещение недалеко от станции метро Свиблова площадью 212 квадратных метров. Помещение находится в капитальном строении 1955 года постройки, кирпичное капитальное здание. Очень высокие потолки, если вы можете посмотреть, 5 метров. Перекрытие железобетонное, надежное. Планировка зальная, открытое помещение, таких два зала. Очень светлое, подходит под лофт, под хостел, open space, все, что хотите. Пойдемте, вам покажу. Здесь находится второй зал, два окна, такой же высокий потолок. И еще одна маленькая комнатка. Вот, смотрите. Также к этому помещению относятся три кабинета, это один из них. Итого в помещении получается два зала площадью 70 и 90 метров и три кабинета, каждый из которых по 15 метров. Спасибо за внимание.